В доме Афанасьевых теперь тепло и уютно. Работают газовая плита и духовка. Александр проживает в частном доме вместе с женой, и к ним в гости часто приезжают дети и внуки. А сегодня жители деревни Большое Сареево, которым подключили магистральный газ по президентскому проекту, навестил и глава муниципалитета Андрей Иванов. Действует действительно программа газификации, утвержденная президентом. Во-вторых, на местах организована очень хорошо работа в офисах. Я имею в виду в офисах с нами, с теми, кому газ этот нужен. В каком плане хорошо организовано? Даже не технические специалисты, которые приезжают, которым нужно подвести газ, я имею в виду хозяева домов, с ними разговаривают так, что им все популярно объясняют, что, зачем следует. Оперативно, а главное эффективно. Именно так в доме проходило подключение голубого топлива. Кроме того, участники программы «Социальная газификация» особое внимание уделили безопасности. Отключение в случае утечки газа, все предусмотрено. Все стоит, все зелененький, все работает. Да. Помещение, значит, специально вырезали окно для того, чтобы обезопаситься в случае взрыва. Программа «Социальная газификация» успешно реализуется в округе уже второй год подряд, отметил Андрей Иванов. В округе уже успешно догазифицировали 102 населенных пункта из 162 запланированных. Чтобы газ провели и к вам, необходимо быть собственником дома и земельного участка, подать заявку на официальном сайте Мособлгаза и заключить комплексный договор. До границ участка газ проведут бесплатно. Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».